В завершении масленичной недели юные дарования показали свои таланты на первом городском фольклорном фестивале «Гуляй, масленица». Конкурс прошел в Доме культуры Брянского фосфоритного завода. Последние 2 года в нашем городе, благодаря традициям, сложился очень прекрасный фестиваль, который проходит круглый год. В рамках этого фестиваля проходят все обрядовые праздники, начиная от январских, это рождественские колядки, и завершается это также декабрьскими новогодними гуляниями. 10 творческих коллективов от ведущих домов культуры города и области приняли участие в фестивале. Возраст участников от 4 до 17 лет. А вот другим участникам фестиваля, музыкальным инструментам, уже не одно тысячелетие. Тут и песни под балалайку, старинные гусли и вечно играющая гармонь. В этом году провели районный фестиваль, детский фольклорный, на базе своего Дома культуры. Но так как у нас в этом году первый городской детский фольклорный фестиваль, мы проводим его на базе Дома культуры Володарского района. Конечно, очень волнительно, сложно было подготовить, собрать коллективы, но мы очень рады, что все откликнулись на наше предложение поучаствовать в этом конкурсе. По завершении фестиваля руководители творческих коллективов получили благодарственные грамоты и сладкие подарки, среди которых символ масленицы – круглый и теплый, как солнышко, блин. Игорь Умаров, Артем Сухоломкин, телеканал РЕН-ТВ Брянск.